Программа «Малышов» разработана для детей в возрасте от года до 3 лет. Почему мы ее разработали? В наш центр очень часто стали обращаться родители детей раннего возраста за помощью. У родителей возникают вопросы, как с ребенком поиграть, что делать, если, например, ребенок не говорит, в какие конкретные игры нужно играть. И, соответственно, у нас сложилась необходимость разработать данную программу. Программа разработана для того, чтобы помочь родителям, даже не помочь, а научить родителей взаимодействовать со своим малышом. Многие родители не умеют этого делать, не знают, что должен ребенок уметь в том или ином возрасте, не знают возрастных особенностей. Иногда просят, например, родители приходят в 3 года, запрашивают звук «р». Ну, соответственно, это у нас никак не может получиться. Мы объясняем, как должно быть правильно. И, соответственно, вот из этого разработали программу и запустили ее в действие.